Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. Инвесторы и партнеры компании Eagle Bittrade с нетерпением ждут новостей по запуску новой системы. И вот что на этих выходных сообщила Ирина Абалакова. Да, Татьяна, добрый вечер, партнеры. Татьяна, отвечаю на вопрос по поводу сайта. Да, сайт уже есть. Я просто очень просила Сандру выдавать все на этапе готовности, все, что передает сейчас Энрике, выдавать сразу в чаты. Поэтому не стали выдавать, но все дело в бинаре, все в той же ситуации, которая, как только будет решена, у нас заработает ссылка логин, личный кабинет. Это означает старт последующей деятельности. Я говорила выше, да, в чем проблема с бинаром, вы в курсе. Поэтому не такая простая работа у программистов сейчас чужую кодировку переносить, не имея доступа нормального ключей к архивированию базы данных. Поэтому работают они выходные. Сегодня еще не говорила Сандра, она не звонила. Я утром посылаю всегда запрос, просьбу ответить на вопросы, пока нет. Я думаю, что, как Сандра вчера сказала, как только будет готово вот все размещение информации в бинаре в новом бэк-офисе, у них готово обращение к коммунике о дальнейших наших шагах. Дальнейших наших действиях у себя уже в кабинетах. Ну, ждем. Друзья мои, это сообщение от Сандры Либерал. Она выставляет в чате мастеров всегда ежедневное оповещение. Оно было выставлено сегодня ночью, после двух ночи. Я не стала его переводить. Ждала еще подтверждения какого-либо. Вот сейчас еще прислала Сандра еще одно. Поэтому сверху я вам ночное выдала. Сейчас я перевела второе. И я отправлю сейчас все, что написала Сандра. Я говорила выше, что команда работает безостановочно. Команда стремится на этой неделе, включая выходные, закончить конфигурацию всей нашей системы бэк-офиса. Вот Сандра сейчас прислала еще одно. Я переправляю ее и мой перевод. Вот перевод сообщения от Сандры Либерал на русский язык. Привет всем нашим мастерам. Мы проводим завершение технических работ и планируем начать новую неделю уже с активной системой. Мы верим, что эта неделя решающая, потому что работы идут безостановочно. Хороших выходных всем, наслаждайтесь отдыхом, потому что после этих выходных вам придется работать, не останавливаясь. Уважаемые мастера, сегодня заканчивается трудная неделя, и мы заканчиваем ее со спокойной уверенностью и удовлетворением, что в чрезвычайных ситуациях, которые приходится преодолевать, мы вместе передаем информацию партнерам и не оставляем тех, кто верит в нас. Вскоре должна завершиться интеграция базы данных для запуска новой платформы, так чтобы все наши партнеры смогли получить доступ и управлять своими учетными записями. Мы не будем публиковать какие-либо сообщения, пока не будет запущена новая платформа, потому что тогда нам не нужно будет объяснять ситуацию. Желаем хороших выходных и еще раз благодарим за ваше терпение и поддержку. Вместе мы сильнее. Итак, это были сообщения, опубликованные перед выходными, а вот уже свежее сообщение, опубликованное сегодня, 27 августа. Это приватное обращение Марсело Родриго. Почему? Потому что у каждого же есть свой чат. Он везет Сандру на работу сегодня. Это его обращение к структуре. Ну, оно пошло гулять по всем чатам, поэтому я переведу, что говорит Сандра. Вчера Сандра говорила со всеми лидерами. Я тоже с ней вчера говорила. Единственное, я хотела подождать. Все-таки рабочий день только начался в Бразилии. Она говорила так, что сегодня день решающий, сегодня должны получить официальное сообщение к концу дня. Почему? Потому что закончен перенос базы данных в новый бэк-офис. Практически система сейчас проходит тесты. Вот начинается рабочий день. Они работали все выходные. Сандра вчера еще получила от Клаудио Энрике это сообщение, поэтому она всем мастерам это говорила. Единственное, она говорила, что официальное сообщение будет после прохождения тестов. Но здесь сейчас говорит и Марселу, и Сандра говорит о том, что эта неделя у нас решающая, что 100% система уже готова. Тестовый день, ну сколько он займет? Сегодня, может быть, ну сегодня, я не знаю, может завтра, я не знаю. Вот сегодня будет сообщение, то, что скажет Клаудио Энрике. И Сандра сказала, что эта неделя 100% система готова, эта неделя система вводится, система у нас решающая для того, чтобы начать новый отсчет нашей истории, новый отсчет уже ID и
Legal, новой компании, это новый виток развития с расширенным потенциалом, с возможностями, которые приносит нам и улучшенная база, линейка продуктов и усиленная команда. Поэтому вот можно поздравить всех, она благодарит всех лидеров, всю структуру, всю сеть нашу за терпение, долго терпение, скажем так, за поддержку и за доверие, что компания преодолеет все трудности. Вот она и объявила, что эта неделя у нас неделя решающая. Ну, правильно Мария сказала, что нам нужно официальное сообщение. Собственно, его я и ждала. Хотела выдать уже перевод официального сообщения. Ну, вот 2-3 слова от руководства. Видели, что это говорит сама Сандра, я их перевела. Вот такие новости на данный момент. Ждем информации, когда можно будет заходить в новые бэк-офисы. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.